Это фото нашей Земли с расстояния 4 миллиарда километров. Все, что вам дорого, находится на этой бледно-голубой точке. Это наш дом. На этой планете живут разные существа, в том числе люди, занимающиеся поверженцами. А это Вейна и Риана. Они настолько преисполнились в своем познании, что тренируются почти все время своего существования. Они часто проводят время вместе вне тренировок, например, занимаются наукой. Движения не всегда получаются, эксперименты не всегда бывают удачными, но они продолжают совершенствоваться. Цель их существования – изменить мир. Цель существования в космосе – изменить поведение.